В Ульяновскую область приехал заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко. Он посетил городскую поликлинику номер один и поговорил с местным медперсоналом. Главной темой беседы стала вакцинация от коронавируса. Сейчас в основном предпочитают спутник ВИ. Видимо, большой опыт применения уже этой вакцины позволяет видеть и эффективность ее, и отсутствие каких-то значимых побочных явлений. То есть она безопасна. У нас вся эта вакцина в наличии. Конечно, мы еще руководствуемся показаниями к ее применению. И есть желающие на спутник Лайт тоже. Хотя, конечно, мы говорим о том, что спутник Лайт предназначен для тех, кто уже повторно вакцинируется или ранее переболел. По поручению президента Российской Федерации Минздрав проводит мониторинги по заболеваемости во всех регионах. Виктор Сергеевич высоко оценил работу медперсонала и всей системы здравоохранения Ульяновской области. Если наши специалисты столкнутся со сложностями, федерал пообещал помочь. Со своей стороны, Минздрав готов предоставить всю необходимую помощь, при необходимости направить специалистов. Такой опыт у нас уже есть для того, чтобы протезировать недостающие мощности в регионе. Понравилось, как здесь организована вакцинация населения. Вот в частности, в поликлинике, в которой мы сейчас находимся, мы наблюдаем, что за последний месяц 4-кратно увеличился приток жителей на вакцинацию. Виктор Фисенко встретился с губернатором Ульяновской области. Первые лица обсудили сложившуюся обстановку и меры федеральной поддержки. Глава региона уверен в том, что если ульяновцы проведут ковидные каникулы, следуя правилам, заболеваемость снизится. Алексей Русских также поблагодарил федеральный Минздрав и правительство за поддержку. Безусловно, мы постоянно ощущаем большую поддержку и правительства Российской Федерации, и Министерство здравоохранения Российской Федерации. Большое вам за это спасибо, ваша помощь неоценима. Вы увидите, что система здравоохранения у нас работает на полную мощь. Напомним, что с ковидом в Ульяновске борется не только с помощью вакцины. Согласно указу губернатора, с 30 октября по 7 ноября запрещено проводить любые массовые мероприятия, начиная от дискотек, заканчивая конференциями. Не работают также образовательные организации и места общественного пользования, торговые центры, спортзалы, спа-салоны и рестораны. Виктория Чиркова, Герман Баранов, Ульправда ТВ.